Серебряный призер Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира российская фигуристка Евгения Медведева возвращается в группу тренера Этери Тутберидзе. Напомним, Медведева тренировалась у Тутберидзе 11 лет, но после Олимпийских игр, где она уступила золото Алине Загитовой, Евгения перешла к канадскому тренеру. Сейчас фигуристка находится на 13-й строчке в рейтинге Международного союза конькобежцев. Этой осенью Медведева примет участие в первом и втором этапах Кубка России в Сызрани и Москве. Возвращение 20-летней фигуристки к Этери Тутберидзе подтвердили в руководстве ледового центра «Хрустальный», где занимаются ученики группы Тутберидзе. Более того, Евгения Медведева уже даже провела первую тренировку под руководством Этери. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе новостей из мира спорта.